Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. На ВСУ в Донбассе напали националисты с гранатометом. После того, как радикалы напали на командира бригады ВСУ, украинские военные задержали боевиков, запрещенной в России украинской националистической группировки «Правый сектор». Об этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на информацию Управления народной милиции ДНР. В районе населенного пункта Богдановка зафиксированы задержания и разоружение националистов, цитирует телеканал пресс-службу народной милиции. В сообщении уточняется, что задержания произошли после совершенного в отношении командира бригады ВСУ Евгения Коростелева теракта. Напомним, 12 ноября в районе села Богдановка автомобиль украинского офицера обстреляли из гранатомета. В результате атаки комбриг и четверо военнослужащих были ранены. Отметим, находящиеся в районе разведения сил в Донбассе националисты выступают за неприемлемость процесса отвода войск и считают его капитуляцией. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.